Я Влад, мне 9 лет. У меня есть сестра Даша. Я люблю ее день рождения потому, что чаще всего на ее день рождения приходят те люди, которых я вижу очень редко. Даша, с ней весело, потому что она сорвиголова, и она всегда что-то придумает, куда-то вляпается, с ней весело. Она всегда веселая, если ее разозлить, то тоби капут, потому что она потом неуправляемая, она бегает достаточно быстро для своего возраста, она умная для своего возраста. Меня повели в школу 7 лет, ее тоже хотят повезти всем. Я не знаю почему, родители говорят, что было легче. Что попадется, то и будет. Мне без разницы. Главное, чтобы ей подходило. Я да. Потому что там, весело. У Даши это каша кус-кус. Она очень любит Happy Meal с Макдональдса. Чизбургер она не ест, она наггетсы любит очень. Из напитков она любит очень колу, мохито, пепси, спрайт, фанта, как-то равнодушна к ним. И сладости она очень любит, торты, конфеты, карамель. Бублики я не могу сказать, что она прям ради них на все готова. Она любит напитки с сахаром и холодные, со льдом. Компот она всегда холодный просит, воду она холодную просит, и так далее. Чай только не холодным просит, потому что это невкусно. Кашу ей нужно разогревать, хоть она и теплая, потому что она кажется холодной. Из каши она очень любит кускус и пшеничную.